Плательщиками налога на добавленную стоимость являются предприниматели, которые изначально зарегистрировались в добровольном порядке, либо же которые превысили порог. Порогом является на сегодняшний день сумма в размере 1 миллиарда, то есть если предприниматель превышает эту сумму, то он уже автоматически становится плательщиком налога на добавленную стоимость. Ставка на сегодняшний день является 12%. Бремя же ложится в конечном итоге на самого потребителя. Налоговая отчетность на сегодняшний день у плательщиков налога на добавленную стоимость формируется автоматически. То есть если налогоплательщик может зайти в свой личный кабинет и увидеть, что отчет сформирован автоматически. При необходимости он может его отредактировать вручную. Налоговым отчетным периодом является месяц. Изначально ставка налога на добавленную стоимость составляла 20%. Со временем она уже спустилась на 15%, на сегодняшний день составляет 12%. Благодаря реформам, проводимым в нашей стране, из года в год для налогоплательщиков создаются улучшенные и упрощенные условия. Одни из этих условий является рейтинг устойчивости субъекта предпринимательства. Для плательщиков НДС известно, что имеется возможность возврата при отрицательном сальдо. Например, раньше, если можно было сделать возврат НДС в двух случаях, это в ускоренном порядке, то есть в течение 7 дней, и в общем порядке в течение 30 дней, то благодаря рейтингу устойчивости предпринимателя, субъекта предпринимательства, его сейчас уже можно вернуть в течение 1 дня автоматически, без каких-либо проверок. Согласно данным налогового комитета, за период с января по июль месяц число налогоплательщиков составляет 168 386 субъектов предпринимательства. Если учесть этот же период по сравнению с прошлым годом, то пошло увеличение на 10%.